Масштабные трудовые акции охватили весь город. Под пристальным вниманием активистов социально значимые городские объекты, спортивные площадки, дворовые территории и некрополи. Эпицентром очередного молодежного субботника накануне стал двор в самом сердце Бреста, на улице Набережной. Вооружившись необходимым инвентарем и, главное, хорошим настроением, засучив рукава, десятки брещан, активистов Московского районного комитета БРСМ принялись за уборку. Наша первичная организация всегда так активно участвует в этих акциях, то есть втянулся. Ну, я считаю, важно для гражданина Республики Беларусь участвовать в этих акциях, помогать своей стране. Как бы, есть люди, которым это безразлично, которые вот засоряют наш город, а мы должны помогать, как-то балансировать это все. Существуют люди, которые и помогают, и которые загрязняют. То есть, но по сравнению, вот, бывал во всех почти областях, во всех городах, во многих, получается, по сравнению с остальными городами, наш город является одним из самых чистых. То есть очень много людей, которые помогают, волонтеров много, актив у нас очень хороший. Прошла уже середина сентября, около 1000 человек приняло участие в данных такого рода вида мероприятиях, поэтому на самом деле мероприятий еще планируется очень много. Мы каждый месяц будем анализировать и на самое лучшее мероприятие. Конечно, в конце года мы пройдем такой маленький промежуточный итог. Я думаю, что лучших волонтеров мы наградим, самых активных, поощрим, может быть, какой-то поездкой, может быть, просто дипломами, что тоже немаловажно. Но для нас самое главное оценка граждан, чтобы они видели, и хочется призвать, чтобы они именно брали с нас пример. За оживление двора, который находится в довольно запущенном состоянии, брестские ребята взялись активно, убрали мусор и накопившиеся на газоне опавшие листья, обновили покрытие на старенькой баскетбольной площадке. Двор приобрел совсем другие очертания, и вид стало гораздо уютнее. Благоустройство – это одна из таких маленьких целей акции «За дело». Мы хотим и будем стараться на следующий год брать планку повыше и делать не только благоустраивать те объекты, которые есть у молодежи, либо на территории города. Мы хотим создать свои имиджевые объекты. Эта акция, она будет долгосрочной, потому что именно этой акцией мы хотим минимизировать все такие малейшие, либо разовые акции. То есть мы хотим показать, что наша организация сильна тем, что мы не делаем просто какие-то имиджевые или пафосные мероприятия. То есть, как это молодежь говорит, не ловим хайп, а реально делаем. У нас есть одна акция «За дело». Акция «За дело» набирает обороты. Мероприятия по благоустройству проходят в стиле челленджа. И таким образом брещане бросают вызов другим молодежным лидерам области.